А у вас такое было? Ну что, всем пламенный. На самом деле, мне ничто и никто не может помешать, когда я хочу реально есть. Сегодня у меня пельмешки с томатным соусом, с петрушечкой, с хлебушком подсушенным. Любая муха, любая оса, кстати говоря, у нас тут есть осиное гнездо, и мы не можем его найти на самом деле, но осы-то летят именно на запах еды, и поэтому так-то частенько они проведывают нас. Но я хочу сказать, что любая муха, любая оса знает, что во время еды ко мне подлетать нельзя, иначе это будет их последний полет в жизни. Так, всем приятного аппетита. Поехали. О, у меня еще салатик завалялся со вчерашнего вечера. Точнее, который, я думаю, что-то не хватает. А так, на самом деле, таких ситуаций куча, когда садишься есть, и вот начинает то телефон, то муха жужжать, то что-то отвлекать, в общем, вот так вот. Меня это не трогает. Кстати говоря, была приятно удивлена. Были сомнения по поводу этого, но я решила рискнуть. Как-то заморозила я огурчики. Хотя для меня вот кажется, что огурчики в заморозке тоже все не то. Было у меня несколько пакетиков заморожено. И тут захотелось вот этот холодный свекольник. Правда, там они у меня кубиками были заморожены. Ну и бог с ним. Обычно я на свекольник тру огурцы свежие. И не размораживая их, вот именно бросить так вот, ну, в емкость, да, где ты будешь готовить, туда налить кефира, забабахать там, все то, что тебе надо, яйца, свеклу и так далее. И эти огурцы, они сами разморозятся там, прямо вот в этой емкости уже с готовым, ну, с готовыми ингредиентами. И мне так понравилось, теперь я в этом году обязательно буду замораживать огурцы, потому что, в принципе, как бы это очень удобно. В салат, конечно, я, скажем так, не пробовала, но говорят, что тоже разморозить именно в салате. Но они же как бы воду могут дать, и как-то вот меня немножко смущает. Также для соуса, который соус я очень люблю делать, сметана, чеснок, огурцы тертые, свежие. Ну, это зелень, укроп, там все это по желанию я не кладу. Также и черный перец по желанию. И получается вот такой вот соус, он подходит, в общем, короче говоря, не знаю, ко всему. И эти огурцы тоже замороженные подойдут к такому соусу. То есть этим можно делать. Просто, конечно, не хочется иной раз покупать огурцы в магазине. А так под рукой свои. Пускай хоть замороженные. Ой, дорогие мои, старайтесь ни в чем себе не отказывать по возможности. Хочется — пожрите. Хочется выпить — выпейте. Я каждую неделю собираюсь садиться на более правильное питание. И каждую неделю у меня облом. Особенно, когда я говорю: все, там суббота, пятница, там, ну не знаю, какой-то из дней. Все, сегодня шашлычки, все такое. С понедельника я сажусь на диету. Мне, пожалуйста, больше там ничего не предлагать. Хренушки. Понедельник за понедельником. А вообще все получается спонтанно, когда не готовишься к этому. И, конечно, есть свои плюсы, когда человек живет один, а не с семьей. Потому что одному всегда легче.
не готовишь, да, не надо. А когда с семьей, в принципе, тебе же надо и приготовить, накормить и так далее. Естественно, есть соблазны. А соблазнить таких, как я, по поводу еды, легко. К сожалению, как вкусно я поела, знаю только я одна. Тарелка пуста, я сыта. Всем пламенная пока.